это стрёмно, я уже это. Да, это точно. Это ты хорошо подметил. Может, мы домой поедем? Нет, мы едем прямо, но мы все надеемся, что чудесно снимает сигнал. Так, у нас вообще сегодня GPS навигаторов, как Гуталина на гуталиновой фабрике. Ух ты, это что такое? А, не то слово. Ой, сколько у нас всего? У нас аж три GPS навигатора. И один видеорегистратор. И у меня аж целых три штурмана. Ну, ладно, ты вперед давай посмотри. А что надо вперед смотреть? Я думала, надо только ехать вперед. Так, товарищи, а что вы... Как это нам по этому поводу? Настроение боевое. Посмотрим, как это будет. Андрей Батьевич, ты у нас какой счет? По счету раз. По счету раз на соревнования. На соревнования. О, радуемся! Ура! GPS поймал связь с космосом! Аня, как ты? Я в предвкушении. Предвкушение чуда, да? Такого действия интересного. Непонятного действия, интересного, да? Хорошо. Если уже GPS поймал сигнал, значит дело налаживается. Ты вообще в курсе, для чего ты сюда едешь? Вообще как бы этот... Вообще этот как бы... Ну, эту тайну мы не раскрывали до самого, как бы, начала. Ну, поскольку все уже собрались, то я тебе сейчас ее раскрою. Значит, смотри, в чем как бы смысл. Вот у моряков есть там плохая примета, что если женщина на корабле, то это типа там печальному финалу, да. А джиперов на борту, девушка, которая едет первый раз, это вообще к победе. Это первая, как бы, ситуация, по которой мы это взяли. А вторая ситуация, иногда бывают такие моменты, когда... Ну, либо сзади веса не хватает, либо спереди. Поэтому твоими 55 килограммами мы будем делать разные противовесы. То спереди, то сзади. Поэтому ты сегодня будешь кататься то на крыше, то на багажнике, то на правом колесе, то на левом, то на бампере. Вот, поэтому у тебя сегодня такая вот радостная участь. Ты готова? Ну все, молодец. Мы, в принципе, на это рассчитывали. Ну ладно. Лирики достаточно. GPS работает. Мы едем вперед. Что это было? Итак, мы на месте старта. Она снимает кино. Столько у нас участников сегодня. Будет весело. Андрей Батькович. Heavy metal. О, у нас еще один мини-джип. О, у нас начинается зрелище. Красиво идем. Штрафой пускай зацепит его! Ты какой у нас внедорожник крутой. Как у них, как его зовут? Как? Ух ты, ё-моё.
А ну сделай ему подножку. Давай спустись, если солнце рачится, да? Нормально. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Еще раз, да? Как настроение? Лучше всех. Так, что там пишут? Да что так пишут? Привет. Привет, там мы с хорошим человеком, мне говорят, еще раз, второй раз. Продаю недорого, 100 долларов. Да? Юра, опять ты здесь, ё-моё. Давай, Никита. Что не приду, ты везде всегда. Слушай, ты какой-то вездесущий. Ты вездесущий. Слушай, это ваши колеса, да? Да. Ах ты, ничего себе, это ты на прадик поменял. Ой, не на прадик, а на этот. На этот, на Фурзика? Прикольный товарищ такой. Это просто дорога идет, поле, дорога. И вымыла, видать, подземная вода какая-то, или что, провалилась просто земля. Там метров 30 овраг. Послушайте, пожалуйста, все, это очень опасный участок. Мы эту опасность оградили ветками. Но вот если вы едете по ЗПС, видите опасность, сбросьте скорость и просто аккуратно объедьте. Потому что при такой погоде оно может снести машину, в общем, чтобы вы были в курсе. Поэтому мы ее указали. Брать там ничего не надо, просто притормозить и проехать правильно аккуратно. Также всех ждем на финише, кто даже не доезжает, кто не доедет. На финише будет уха, будет стол, будет прорыв, чтобы помыться. Ну и также по поводу первой точки, что здесь вы видели, это третья, седьмая точка, она тут сразу будет. Там седьмая точка на двух деревьях. Это сделано для того, чтобы вы сейчас стартанули, у вас будет толпа, можно брать и ту точку, и ту, чтобы не было толпы. Одна точка считается на двух деревьях, ну ты приехал или правое левое дерево, или правое, без разницы. Это чтобы вы были тоже в курсе. А еще две взял. Дальше тоже при скорости контролируйте скорость, потому что земля размытая. Я вчера ездил, машина очень тяжело управляется. У кого особенно резина не супер агрессивная, машину просто сносит. Чтобы не было никаких происшествий, чтобы не было никаких у нас травм и так далее. Контролируйте скорость, времени предостаточно. На эти 18 точек 5 часов времени это очень много. Поэтому лишь бы вы ехали правильно, нигде не тупили, и все будет хорошо. Также же помогайте друг другу, у кого нет ребятки. Тут понятно, что будут овраги, будут удобные склоны, где машина боком не ставит, потому что можете полететь. Или рубить ровно туда, пусты куда-то, или как-то думать. Потому что земля подмерзла, вы видите, что сверху жизнь, а внизу земля мерзла. Машина будет ровно. Ну, то есть, честно, мне это уже сказали. За рулем не напиваться. По прибальным точкам скажи, что это вообще примерно. Прибальные точки, по сложности, они просто немножко сложные. У кого нет лебедки, может туда съехать на задник. Ага. Ну, хотя мы ставили, не было такой грязи, не было снега, мы ездили. Я туда заезжал и выезжал. Ну, как сейчас будет, я не знаю, мы не ездили. Все точки, в принципе, доездные. Нет, они по цвету не отличаются, у вас GPS написано. Номер точки и бал. По полям, конечно же, нельзя. Нет, по полям ездить нельзя. Вот так вот, как сейчас вот проехал вот этот джип, так, чтобы я не видел. Это неправильно. Если этого дорога, ехал в тупик, объезжай на джип. Ну еще раз для всех, чтобы сказали. Снятие соревнований. Будем штрафовать. Вот кто замечен, мы будем. Заезжай, заподвешивай. Нам потом не рассказывали здесь. Место и... Агрономы, по полям есть. Везде есть дороги, везде можно. А цвета какого точки? Цвета точки разные. Потому что краска была и желтая, и зеленая, и красная. Зеленый тоже есть. Давайте, потом у нас выйдет. Если точку увидел, цифру, такая, значит такая. Все, понятно. Фотофиксация. Чтобы не было опять у нас повторений, таких, как было на прошлом соревновании. Обязательно. Фотофиксация. У кого не будет видно бортового номера или точки, мы не засчитываем точки. Я не буду это делать для кого-то. Фотографируйте два раза, три раза. И рука. Рука обязательно дотрагивалась до машины и до точки. Чтобы рука дотрагивалась, пальцы. И лицо, чтобы было видно. И лицо, чтобы было видно, чтобы жопу не рассказывали. Поэтому смотрите, пусть даже если там точка не сильно будет, где-то краска размазана, мы ее определим. Но чтобы ваша была фиксация правильная, рука. Ну, так, пошли, так, сейчас.